Чемпионат ползунков не зря называют самыми забавными соревнованиями. Телефоны, зарядные устройства, ключи, пульты, яркие игрушки. Что только не выдумывают родители, чтобы их ползунки как можно быстрее оказались на финише. Малыши даже в растерянности до всего, что раньше было под запретом, теперь просто рукой подать. Мы ползли за кошельком, который очень любим, за ключами от машины и за крокодильчиком для купания. А вообще впечатления от этих соревнований, где участвуют самые маленькие, у вас такие? Куча позитива. Это очень здоровский конкурс, то есть молодцы, что придумывают такое. Одних привлекают игрушки, другие шустро ползут за микрофоном. Зрители улыбаются, но чем не будущие журналисты, механики и программисты? Родители Ани Борисовой еще накануне соревнований решили, компьютерная мышь будет 100% попаданием. И не ошиблись. Дочь преодолела дистанцию за 16 секунд и заняла первое место. Папа компьютерщик, как старший, так и младший, любит только технику. Так что мышки, провода – это у нас любимые. Для многих участников это первая в жизни спортивная дистанция. Владимира Хохлова мама зарегистрировала буквально перед стартом чемпионата ползунков. И стремление успеть за старшим братом привело малыша к призовому месту. Мы сегодня от соседей узнали, что в парке «Дружба» проходит такой конкурс. И мы решили попробовать себя. Нам 9 месяцев. У нас есть старший брат Георгий, с которым мы все время ползаем. Организаторы соревнований и родители участников говорят, самое главное, что в чемпионате ползунков нет проигравших. Все маленькие спортсмены получили призы, а зрители – невероятный заряд позитива. Нам очень нравится, мы с удовольствием проводим это мероприятие от одной из наших любимых. Здесь участвуют самые младшие детки, это интересно, это весело, от них только радость можно получить. Для семьи, для сплоченности, чтобы вместе отдыхали люди на природе, приходили, ну, вот в парки вот такие, общались друг с другом, потому что на самом деле всегда все на работе, а здесь как-то есть одна тема общая, это дети, и люди между собой общаются, находят каких-то, наверное, для себя новых друзей, новых знакомых. Ну, вот такая вот тематика, это очень интересно на самом деле. Оксана Любимова, Александр Мажаров, 6 канал.